Всем привет-привет, добрый вечер, у нас 7 часов и 7:05, пока подключились, вот немножко бывают технические сбои, прошу прощения. И сегодня мы с вами в прямом эфире проведем розыгрыш вот такого погружного блендера фирмы Scarlett. Всем все видно, да? Так, пока что хочу переключиться на наш рандомайзер и показать вам список клиентов, тех людей, которые принимают участие в нашем розыгрыше. Так. Сейчас одну секунду, у меня просят выслать ссылку на розыгрыш. Сейчас одну секундочку. Привет, привет. Вообще-то все ссылки бросались в чаты. Была ссылка на розыгрыш также, на наш аккаунт. Сейчас я вам показываю. Вот, смотрим. Вот у нас ссылочка на розыгрыш. Я бросала по всем чатам. Так. Значит, сейчас я закидываю девочкам, кто у меня просит. И еще в наши чаты забрасываю. Так, все, ссылки отправлены. Итак, смотрим снова список клиентов, да, кто будет принимать у нас участие в розыгрыше блендера. Всем привет, привет. Так, смотрим, 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 да? Сколько у нас участников? Четыреста сорок участников. Всем видно? Так, сейчас мы переходим на рандомайзер и пишем от 1 до 440. Вот он, открыт у нас уже генератор случайных чисел. Минимальное число 1, максимальное 440. Когда я нажму на кнопочку «Сгенерировать», у нас появится число сбоку. И мы узнаем номер нашего счастливого победителя. Того, кто получит от нас в этот раз в подарок блендер. Итак, я нажимаю «Сгенерировать». И у нас вышло число 178. Поздравляю победителя, да, сейчас мы посмотрим снова в нашем списке, кто же у нас под номером 178, кто этот счастливчик. Так, видно, да, 178 ищем. Номер 178, Олеся Рогуля. Олеся, я вас поздравляю, вы только что выиграли погружной блендер фирмы Scarlett. Напишите, пожалуйста, Наталье, и она вам расскажет, как вы можете забрать свой подарок. Да? Предоставьте, пожалуйста, свои данные для новой почты, чтобы мы вам отправили. Я вас поздравляю, принимайте участие в наших розыгрышах, потому что следующим победителем можете стать именно вы. И я хочу также всем сказать, чтобы активнее включались, да, вот, потому что это очень приятно, да, и классно получать такие шикарные подарки. И от вас также, Олеся, мы просим
либо фотографию, либо видеоотзыв о том, что вы получили действительно свой подарок совершенно бесплатно, да, вот, потому что для нас это важно, и будем вам очень благодарны. Тот, кто не смог присутствовать на прямом эфире, обязательно будет запись, которую вы сможете просмотреть, и написать нам, если что-то там, да, вы хотите нам сказать. Все, большое всем спасибо за внимание и до следующих встреч. Всем пока-пока.